Эгеги, ребята, всем привет! Мы с вами находимся на веселом чемпионате в высоких горах. Это несносное приключение наших супермультяшных и интересных героев. Здесь собрались лучшие из лучших этого супервеселого городка. Поприветствуем их, ребята, маленькими и большими пальчиками вверх. Спасибо вам за огромную поддержку. А мы с вами начинаем. Всем привет, ребята! С вами супервеселый и крутой Зюзик Тузик. Я сегодня хочу покататься на крутом Шевроле Камаро. Ух, какая же она прыгучая. Как заносит, видали? Шевроле Камаро считается одной из самых крутых тачек мира. Ну, кстати, у меня одна из самых мощных. Это 6-литровый двигатель. Ух, какой же он мощный. Ну что ж, ребята, ой-ой-ой-ой. Так, слава богу, я туда хоть не вылетел с платформы. Вы видели? Еще бы немножко. И, ребятки, машина просто бы шла туда вниз. А так мы с вами в супер... Ой-ой-ой-ой, смотрите, какая горища. Ух, вы видели, что делается? Слава богу, так. Тачку мы держим, у меня, ребята, еще немножко есть нитро. И мы с вами снова на трассе. Это было непросто. Видели, как Тузик-Зюзик сегодня справляется с непростыми задачами, которые ему поставлены? Ну что, топим нашу педальку и едем, мои маленькие друзья, едем навстречу супер веселым приключениям. Вот это да, какая мощь. Супер тачка на супер колесах. Поехали, вот это да. Кстати, ребята, сегодня, как видите, замечательнейшая погода, и мы гонки решили провести в горах. Мы так уже здесь давно были, ох, это неимоверно круто. И внизу, кстати, очень интересная, ребята, местность. Это речка очень теплая и крутая. Кстати, мы недавно с друзьями заказали большущий такой корабль, тоже только желтым цветом, яркий такой, ух, красивый и мощный. И он, ребята, летающий. Вы видели когда-нибудь летающие корабли? А я видел. И, может быть, я вам скоро его покажу, друзья мои, обязательно. Но для начала так, нужно доехать до финиша. Вот это полет. Вот это да, что делается. Давай, аккуратненько, главное приземлиться. И вы видели? Моя тачка, кстати, супер бронированная. Такой брони ни у кого нету, только у меня. Да, Зюзик-Тузик знает толк в машинах. Правильно, ребята? Я думаю, да. Так как я самый веселый из всех супер мультигеройчиков. Вот это да. Как вам мои приключения, друзья мои? Напишите, пожалуйста, в комментариях, как мои гонки по крутым склонам. Вот это да. Какая же мощная тачка. Форд Мустанг, супер тачка. Ух, ребят, аж устал от такой гонки. Аж ножки немножко вспотели. Надо пойти сосиску съесть. Ой. Ну что, ребята, сейчас мы быстренько здесь все сделаем. Моя тачка все-таки помощнее. Он еще не знает, мой дружбан Зюзик-Тузик, что у меня здесь суперпрыгучка тачка. Форд Мустанг 7-литровый. Я покажу, что такое суперскорость за суперрекордное время. Ой-ой-ой. Смотрите, как здесь заносит. Ребятки, я забыл поменять покрышки на новые. У меня здесь еще старые протертые. А я думаю, что ж меня так заносит? Оказывается, вон оно в чем проблема. Покрышки. А что ж так мне? Не поменял мне, друг мой? Я понял. Ой-ой-ой. Вот это приземлился. Оказывается, Шрек, это наш тоже дружбан с Зюзиком-Тузиком, он обменял покрышки. И он поставил Зюзику-Тузику новые. А мне не поставил. Ну все, я на него обиделся, честно говоря. Приеду, я ему все расскажу. Разве так-то можно? Вот это да, как же круто. Вы видели, как заносят на мою машину? Просто пыль идет, ребята, из-под колес. Ну что ж, я подумал, вы знаете, мы сократим с вами дорогу. И пойдем не по платформам, не по запланированной трассе, а по горам поедем. Кстати, видел, где зайчиков так много. Я не знаю, почему они все повыходили, но это просто неимоверно огромнейшее их количество. Если я вижу его, обязательно вам покажу. А пока, ребята, поехали. И в горах, кстати, недавно где-то я видел железную дорогу. Вау, там тачки или нет? А, это дневной свет тут немножко показалось. Думал, там едет навстречу какая-то супер тачила. Так, ребята, аккуратненько с вами поворачиваем. Так, и едем наверх. Трасса здесь, конечно, ну как, это, конечно, нельзя назвать трассу, это дорога, горная дорога, если вы не знали, ребята, в горах только горные дороги, ну как, есть, конечно, трассы, но здесь не проложен асфальт, и, соответственно, ехать немножечко сложнее. Тачку заносит, но я все-таки специалист, а своего дела,
Я очень люблю гонки, поэтому у меня есть огромнейший опыт езды. Особенно на моей любимой тачке. Вот это да, какой же Ford Mustang крутой, ребята. Давай наверх, моя маленькая. Вот это да. Осталось еще немножко. Мы практически уже приехали. Вообще суперская, вообще класс. Так, ну что, приготовились? Ребята, сейчас будет супер-дупер фейерверк. Смотрите, какая высота. Видали? Поехали! Вау! Вот это да! Ух ты, как мы летим-то круто! Как на самоле! Даже на самоле так круто не ездят! Но все-таки специалист и приземляемся прямо на колеса. Ах ты ж, сполчил этот камень, все мое путешествие, это что ж такое? Вы видели, так круто разогнался. Кстати, у меня в этой тачке стоит крутая гравитация. Я могу лететь и даже немножко парить в воздухе, контролировать поворачивание машины влево-вправо, склончики, все наклончики, это что-то с чем-то. Так, ребята, аккуратненько, надо с вами съехать. Так, ты боже мой, какие здесь огромные камни. Они постоянно мне мешают. Ой-ой-ой, ну как я все-таки в горах. Ой-ой-ой, боже мой, хорошо, что я пристегнул ремень безопасности. А то сейчас бы вылетел. Вот так. Вот это была поездка. Как вам моя поездка? Я думаю, я заслуживаю маленького пальчика вверх. Спасибо вам, ребята. Аж устал. Да, это что такое? Это что такое за гонки? Ребят, они еще не видели настоящего мастера. Ну что, попрыгали. Поехали. Ух, смотрите, какие здесь на самом деле в целом дорога очень красивая и продумана. А знаете почему? Потому что я как архитектор сам его продумал. И я думаю, вам будет интересно посмотреть на эту трассу. Эту веселую и крутую увлекательную трассу. Просто суперски. Вот это да. Какие же крутые у нас, ух ты, гоночки, вот эточки, да. Обожаю их, обожаю. Ну как, я все-таки архитектор и решил себе тоже взять Ford Mustang. И так сказать, сегодня мы собрались, вау, какая высотища-то, со всеми своими друзьями погонять на крутом Ford Mustang. О, кстати, покрышки новые стоят, это хорошо. Что ж, Шрек поменял мне на новые. Боже мой, как заносит. Ой-ой-ой-ой, прям слетел. Ой-ой-ой, хотят приземлиться, бежу прям на колеса. Это меня радует, что я хоть приземлился хорошо. Ух ты, как заносит. Все, ребята, едем, не боимся. Тачка у нас находится на дороге главной. Мы теперь, если даже вылетим куда-то, то точно уже не на большой высоте. Так, разгоняем. Давай. Как заносит, так крутецки круто. Вот так. Вот это понимаю звук машины. Как круто. Ребята, напишите в комментариях, пожалуйста, как вам наши гонки. Я очень и очень жду, чтобы вы напишите все-таки... Там поезд! Ребята, там поезд! Смотрите, что делается! Не получилось заскочить, да как так? Так, давайте догонять. Догоняем этот поезд. И может быть у меня получится запрыгнуть. Ну! Давай. Есть! Запрыгнул, ребята! Я победитель, вы видели? Специалист! Все-таки подпрыжку я смог сделать, запрыгнуть. Этот крутой поезд. Вау, это просто суперский. Никогда еще такого не делал. И мне это очень так понравилось. Главное, чтобы не выпасть теперь. Так, я вот знаете, что думаю? А здесь можно управлять поездом или нет? Очень было бы узнать, интересно. Ой-ой-ой, я куда-то вылетел. Как же я теперь догоню до поезда? Нет. Я успею лететь, или там же моя тачка. Там моя тачка. Ой, фух, успел. А, кстати, не тачка. Вот это да. Ну ладно, поехали. О, да, ну что ж, мои маленькие крутые ребята. Мои маленькие супергеройчики, поехали. Сейчас вам крутой парень Джонни покажет, что такое специалисты на дороге. Вот так отъездят настоящие гонщики. Ох ты, какое приземление. Вот это да, не рассчитывал даже. Вот это полеты. Кстати, ребят, а вам вообще нравятся полеты в воздухе? Мне нравится, вы знаете, вырабатывается так много адреналина. Конечно же, ну это все мультики, ребят. Мы специально для вас сделаем, чтобы это было весело и круто. На самом деле, так делать в реальной жизни нельзя, потому что это небезопасно. Как вы знаете, конечно же. Поэтому, ребята, мы включили много здесь всяких разных интересных функций гравитации. Летаем как перышки в небе, как пушинки в воздухе. Вот это вот так, спокойно.
Фух, чуть не вылетел туда. Так, ну что, делаем крутой разгончик. И поехали. Давай топим. Супер, обожаю это делать. Неимоверно круто гонять в воздухе на крутой спортивной машине. Да еще, ребята, в горах. Это такая благодать. Вы себе даже не представляете. Фу, ну что, ребята, мы поехали дальше. А вы, пожалуйста, не забывайте ставить пальчики вверх. Подписывайтесь обязательно. И смотрите видосики на вашем экране. Всем пока!